Является ли возраст определяющим в профессиональной деятельности? Сотрудник Ярославского Северного края считает, что нет. Сергей Андреевич Молоков – опытный журналист, ветеран труда и работающий пенсионер. Времени и сил хватает не только на статьи в газете, но и на сочинение стихов и басен. Молоков – член рабочей группы по разработке новой экологической политики, объявленной губернатором. Одна из тех тем журналистской работы – сельское хозяйство. До Ярославля Молоков долгое время работал в молдавском информационном агентстве, затем в Вятке. В Ярославле семья осела, устремившись за младшими детьми, которые пошли учиться в педагогический. Возраст, считает журналист, никакому делу не помеха. Секретов никаких нет, в принципе. Это каждый по-своему решает этот вопрос. Если, так сказать, знать во всем меру, то и будет все в порядке. Особенно, когда работаешь в молодежном коллективе, сам молодеешь. Силу черпаешь в основном от встреч с людьми. Когда вот каждый день буквально встречаешься с многими, ну и молодыми, и пожилыми, набираешься вот этой энергетики, что ли. Недавно Сергей Андреевич перешагнул 70-летний рубеж. Работу покидать не собирается. Еще один секрет от ветерана труда – выбрасывать из головы дурные мысли, чтобы было больше места для хороших.